Приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале. Вещать сегодня будет Jedi 46, а темой для ролика в этот раз станет обзор одного уже не нового и, как мне показалось, несколько недооцененного према — немецкого крейсера «Агир». Как обычно, рассмотрим ТТХ корабля, а потом я дам пару советов по выбору билда и тактики в бою. Итак, поехали! «Агир» — это премиумный крейсер 9 уровня и один из немногих кораблей, которые пока еще можно приобрести не только за дублоны в Адмиралтействе, но и за свободку по цене в 1 миллион экспы. И так как крейсер этот в игре уже довольно давно, можно упомянуть его статистику, по которой, кстати, немец не особо выделяется. Винрейт со средним уроном на нем чуть выше среднего, и до главного фаворита 9 уровня в лице Азумы он явно не дотягивает. Так, что же в нем такого особенного и почему я вдруг решил, что корабль незаслуженно обделен вниманием игроков? Что ж, для начала нужно взглянуть на его ТТХ, и начнем мы, конечно же, с артиллерии, которая представлена 9 орудиями калибром 305 мм, расположенными в трех башнях. Крупный калибр сразу дает понять, что корабль можно отчасти отнести к классу линейных или больших крейсеров, и заодно ставит его в один ряд с такими кораблями, как Аляска, Азума и Кронштадт. А потому я решил, что в рамках этого обзора сравнить главный калибр сей четверки будет неплохой идеей, так что начнем по порядку. Дальность стрельбы Агира составляет 18,5 километров и уступает Аляске и Азуме, у которых по 19 км в базе, но превосходит Кронштадт, у которого всего 18 км 200 метров. Но у последнего обычно берется корректировщик в расходниках, так что по этому показателю Агир будет в аутсайдерах, хотя и отставание тут совсем небольшое. Точность орудий лучше всего у Азумы, хотя Агир с Аляской от нее отстают не сильно. А вот Крону достался тот еще дробовик, и тут уже в аутсайдерах именно советский крейсер. Хотя в целом точность, как и многие другие статы орудий этих крейсеров, представляют из себя промежуточную ступень между тяжелыми крейсерами и линкорами. Также сразу бросаются в глаза углы наводки орудий. Для Азумы и Крона они весьма комфортны, а вот Агиру и Аляске зачастую приходится сильно рисковать, чтобы пострелять со всех башен. Но тут у Агира все равно будет явное преимущество в броне, о котором позже. Сейчас же самая важная и одновременно сложная часть разбора — ДПМ. А так как перезарядка у всех, кроме Крона, составляет 20 секунд, да и у последнего она всего на 1,5 секунды быстрее, решать во многом будут настройки снарядов и баллистика. Согласно сухим цифрам ТТХ, Агир будет на последнем месте по урону фугасами и на втором по урону ББшками. Однако все, как обычно, не так просто. Давайте разбираться. Начнем с фугасов. Тут все довольно прозаично, потому что на уровне есть Азума с ее огромным уроном снарядов и также комфортной баллистикой и лучшей среди собратьев точностью. Это идеальный кандидат для развешивания пожаров на вражеские линкоры и отрывания лица всем слабо бронированным целям. Крон мог бы получить свою долю за счет лучшей скорострельности и баллистики, но его подводит точность, а американская Аляска уступает собратьям именно в баллистике. Агир же, если верить цифрам, должен плести в самом конце, ибо несмотря на хорошую баллистику и среднюю точность, он имеет катастрофически низкий урон фугасом. Однако не стоит забывать, что этот самый низкий урон по немецкой традиции компенсируют высоким пробитием в 76 мм, в то время как стандартный для его собратьев 51-52. И если вы думаете, что такое пробитие излишнее, то спешу вас порадовать. Пускай в игре не так много кораблей, обладающих броней в диапазоне от 53 до 75 мм, они все же есть. Это линкоры Японии, Италии и СССР, такие как Мусаши, Ямато, Союз, Кремль, Коломбо, Марко Поло и еще парочка других аналогичных по ТТХ. Все эти лодки обладают именно той защитой палубы или казематов, которую спокойно будет пробивать Агир, но при этом не возьмет ни один другой крейсер из сегодняшней четверки. Ну и конечно, не стоит забывать, что шанс на поджог у Агира не уступает одноклассникам, а потому играть от пожаров тут довольно эффективно, да и баллистика фугасов тут приятная, что делает проще пристрелку.
Что же касается бронебоек, ситуация иная. Немец имеет самый большой урон снаряда и, как следствие, самый большой вес залпа, который дополняется высокой начальной скоростью и хорошим пробоем. Я думаю, что небольшой отрезок в начале ролика весьма наглядно демонстрирует, что бывает с линкором противника, если он решит развернуться прямо перед вами бортом. Однако, против крейсеров такое пробитие даже избыточно, из-за чего часто бывают ситуации, когда, стреляя в упор, вы получаете одни сквозняки, а попав в ту же самую цель 16-17 километров, отправите этот крейсер в порт пачкой цитаделей. Напоследок отмечу отсутствие у бронебоек на Агире льготных рикошетных углов, как у Аляски, а потому использовать их против соперников, стоящих ромбом, несколько сложнее. Если же подвести краткие итоги, главный калибр Агира представляет из себя как раз нечто среднее между остальными одноклассниками. И фугасы, и бронебойки тут имеют свои плюсы и минусы, нельзя сказать, что кто-либо из этой четверки уж совсем плох или слишком хорош. Хотя по статистике-то, конечно, Азума явно проще в реализации, чем ее коллеги, но она часто уступает им в отдельно взятых боях и ситуациях. Ладно, с артиллерией я уж слишком задержался, но, как мне показалось, лучше рассказать все детали, чем просто уложить все в два предложения. А теперь переходим к живучести. И вот тут Агир действительно может выделиться. Запас боеспособности у него 62 850 единиц в базе, но главное это, конечно же, схема бронирования и бортовая защита. Если его одноклассники имеют достойную броню только в области цитадели, то у Агира еще и весь борт каземата закрыт обшивкой в 90 мм, которая позволяет отправлять в рикошет залпы даже самых мощных бронебоек в игре, да и фугасы он держит отлично. Это, конечно, не спасает вас, если вы подставите борт, ибо цитадель расположена довольно высоко, но в целом живучесть тут выше, чем у одноклассников. Да, еще Агир имеет обшивку в 27 мм на носу и корме, так что залпы всяких бургуней и жанбаров в нос для него нипочем, в отличие от все той же Азумы. Плюсом идет неплохое ПТЗ в 37% и набор расходников в виде топового немецкого гапа на 6 км. Можно, конечно, вспомнить про наличие у Азумы апнутой хилки, но с ее броней я бы все равно отдал предпочтение в выживаемости именно немцу. Что же до остальных ТТХ, маневренность не выделяется среди собратьев, ибо максималка всего 33,5 узла в базе со стандартными для класса рулями. А маскировка даже сравнительно неплохая, ибо так же как на Азуме, радиус заметности можно разогнать до 11 км 900 метров в полной раскачке. Также немец единственный из всей четверки получил на вооружение торпеды, пускай с радиусом хода всего 6 км. Для ближнего боя оружие вполне полезное, особенно вспоминая про неплохую броню. А вот на ПМК рассчитывать не стоит, оно тут вроде бы как есть, но после перепила перков его вообще нет смысла качать, и стоит оно скорее для красоты. То же самое касается ПВО и ПЛО, они хоть и есть, но нормально отбиться от авика или подлодки вы вряд ли сможете, а потому лучше не уплывать далеко от союзников, если вам угрожают эти товарищи. В общем-то, по ТТХ Агир реально уступает своим одноклассникам, разве что в ДПМе фугасов, да и тот будет зависеть против кого вы играете на фланге, ведь дамажить Ямато или Кремля на немцы явно проще, чем на собратья. Ну а теперь наконец-то переходим к выбору билдов. Тут, как мне показалось, вариативности не особо много, и разные сборки будут отличаться буквально одним-двумя навыками. Например, вы можете отдать предпочтение игре от фугасов и раскачке живучести корабля. Так что не удивляйтесь мастеру борьбы за живучесть в предложенном мною варианте. Он иногда реально спасает. Что же по модернизациям, все стандартно для крейсеров, тут даже говорить нечего. А вот вторая сборка будет содержать все те же модерки, но отличается перками командира в виде замены живучести на урон ББшками, а взрывотехника на ПВО. Как нетрудно догадаться, этот билд подразумевает игру от бронебойных снарядов, и его будет несколько труднее реализовать, но зато вы получите чуть больше защиты у атавиков и подлодок. Других эффективных сборок тут и не будет, так что пора поговорить о тактике. Как и подобает линейным крейсерам, она во многом будет зависеть от карты, сетапа и, главное, уровня боев. Ведь если вы попали в бой с десятками, лезть на рожон – плохая затея, и лучше стоять чуть позади союзных линкоров, играя в поддержку и активно отстреливая противника. Если же вы наоборот попали в топ, да еще и в бою не так много соперников, способных вас пробить, немец вполне может отыграть в роли линкора за счет своей брони и калибра орудий, просто изничтожая крейсера и линкоры 7 уровня. Так, например, произошло в бою на фоне, где ввиду отсутствия сопротивления среди линкоров, я смог просто убить половину вражеской команды, почти не получив никакого отпора.
В целом-то гир можно отыгрывать как в роли линкора или крейсера, способного отстреливать бортоходов ББшками, так и в роли заливателя фугасами, благодаря высокому пробою и неплохому шансу на поджог. В подтверждение я замечу, что получить ачивку «Стихийное бедствие» на Агире не сложнее, чем на той же Азуме. А потому, в отличие от, например, Зигфрида, для него не обязательно весь бой искать позицию для фланговых атак. Нет, тут вполне можно и просто стоя в отвороте, медленно изничтожать противника фугасами. Или же наоборот продавливать фланг, активно пользуясь своей броней и торпедами в ближнем бою. В целом-то по тактике трудно будет дать еще больше советов. Отмечу разве что еще раз выбор снарядов. Тут все довольно просто. Видите крейсер или не очень бронированный ЛК бортом, заряжаем ББшки. Если же противник стоит носом или тем более отдал уже свою ремку, стреляем смело фугасами. Напомню, что в ближнем бою бронебойки могут бить цитадели линкором, но частенько сквозят через крейсера, так что последним лучше стрелять под ватерлинию. И на этом полезные советы у меня, пожалуй, кончились. Думаю, что теперь пора подводить итоги. Как мне лично показалось, Агир довольно недооцененный корабль и явно заслуживает больше внимания. Да, свои сильные стороны он показывает не в каждом бою, но довольно часто именно на этом немце вы сможете вытащить там, где любой другой его однокласснику идет в порт. Ну и конечно, я настоятельно рекомендую приобрести эту лодку, пока она доступна за свободку. Ведь разработчики уже говорили, что новых кораблей за этот ресурс не будет, а значит и старые постепенно уйдут на покой. Да и нафармить сейчас экспу не так уж сложно, но решать в итоге брать корабль или нет, конечно же, только вам самим. На этом ролик постепенно подходит к концу, желающие поддержать мое творчество могут скинуться на пиво по ссылке в описании или просто прожать лайк и подписку, за что я буду благодарен. Всем удачи и до встречи в следующем видео.